Я играл в Лигу смеха 6 лет. Я 2 раза был ее чемпионом. Я получил награду как лучший актер. Я катался в трусах на шаре. Мне запихивали рукоять от шарманки в задницу. Я, как добропорядочный комик, делал все ради шутки. А теперь меня нет в лиге. Они просто похлопали меня по плечу и назначили редактором. Редактором. Команды на редактурах не прислушиваются ко мне, а смеются надо мной. Простите. Я сказал жене, что справедливость я найду только у вас, Дон Женя. Я сделаю все, что вы скажете. Только сделайте то, о чем я вас молю. О чем именно? Я хочу быть вторым ведущим. Я этого не сделаю. Я дам вам все, что вы пожелаете. Хотите окрошку? Ты пришел ко мне накануне 8-го сезона Лиги смеха. Просишь сделать тебя ведущим, но делаешь это без уважения. Ведь ты даже не знаешь, что у нас новый тренер, куча новых команд и новая концепция сезона. Я знаю. Я редактор. Я это все придумывал. Я лишь прошу о справедливости. Хотя бы на 2 фестивальные передачи. Сколько мне это будет стоить? Бонасера. Бонасера. Чем я заслужил такое неуважение? Ты просишь отправить меня, Потапа, в отпуск, а сам даже ни разу не назвал меня лысым. Примите мою дружбу, лысый отец. Хорошо. Грация, лысый отец. Прего. Поручи это дело Каменских. Пусть она съездит с Потапом в отпуск на время фестиваля.